Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. И сейчас я нахожусь в городе Фуэнгирола. Это юг Испании, Андалусия, недалеко от Малаги. Испанский южный берег Коста-дель-Соль. Вчера я не успела рассказать об овощном рынке, но сегодня мы исправим это упущение. Пойдемте, я вам все расскажу, покажу, посмотрим, какие сейчас сезонные предлагаются овощи, фрукты, сравним цены на рынке и в супермаркете, и вообще посмотрим, животрепещущая тема, что почем, а потом, если успеем, поговорим немножко о недвижимости. Пойдемте, друзья. Adelante, amigos. Мы с вами находимся на овощном рынке. Он устраивается раз в неделю, и здесь продаются сезонные продукты. Сезонные овощи, конечно, предпочтительнее по многим причинам. Во-первых, они всегда свежие, находятся рядом с потребителем, и цена их на рынке ниже, чем в супермаркете. Во-вторых, овощи вызревают на корню в оптимальных для них условиях, а значит, они содержат больше вкуса, больше питательных веществ и меньше пестицидов. В-третьих, у них меньше углеродный след, их не нужно долго хранить или транспортировать. Урожай в октябре предлагает множество различных овощей и фруктов. Сезонные овощи в октябре – это артишок, сельдерей, батат, кабачок, лук, порей, салат, цветная капуста, капуста белокочанная, пастернак, грибы, тыква, манголь, лук, свекла. Если были дожди, то хорошо растет морковь, зеленая фасоль, картофель, перец, морковь и салат. Дожди являются предпосылкой хорошего вегетационного периода. Отмечу, что в Испании нет понятия «молодой» или «старый картофель». Здесь просто всегда картофель молодой. Картошка здесь всегда с поля, а не из подвала. В октябре созревают авокадо, хурма, каштаны, финики, зеленый лук, гранаты, киви, инжир, персики, лимоны, ананасы, бананы, виноград, папайя, персики, мандарины, манго, айва, баклажаны, яблоки, груши. Некоторые харчишки можно собрать на природе. Каштаны, орехи, шафран. После дождей можно отправиться на поиски грибов. В Испании растет около 2500 различных видов грибов, из которых лишь малая часть ядовита. Некоторые из растущих здесь грибов хорошо известны нам, например, лисички и боровики. Пришлось немного отвлечься от своей программы. Теперь показываю цены в супермаркете. Там продавщица почему-то начала руками махать, фотографировать нельзя, снимать нельзя, а то вдруг там у ананаса личные данные какие-то распространятся. Так что, что есть, то есть.
Ну что, самое время закусить. Я зашла в свой любимый ресторан. Один из любимых. Это Лисаран. И что нам сегодня здесь Бог послал? Ну, я взяла себе жарко, поэтому взяла пивасик безалкогольный. Такую вот закусочку. И это куриная печенка. Все, всем приятного аппетита и до новых встреч!